Вот Вячеслав Алексеевич у нас принимал участие, у нас была акция «Неделя без турникетов» в теплосети, где к нам приходили студенты теплотехники из строительного университета из Москвы. В общей сложности к нам пришло 150 человек. Так вот, Вячеслав Алексеевич очень терпеливый, очень профессионально отвечал на все их вопросы, рассказывал им про работу ОДС, рассказывал про ЭТП. Заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы Вячеслав Кудиков сегодня получает благодарность за работу с молодежью, воспитание для предприятия будущей смены. За годы службы Вячеслав Алексеевич зарекомендовал себя как добросовестный, трудолюбивый и ответственный специалист, при этом неравнодушен к вопросам благоустройства города. Впрочем, такое можно сказать и о большинстве его коллег. Вот один из них – Илья Лизякин. Специалист молодой и весьма перспективный. Уже занимает должность начальника района номер один, округа номер один Мытищинской теплосети. Инициатива, которую он продвигает, предусматривает расширение сети велодорожек в районе улицы Летной. Хотя благодарность сегодня он получает за подготовку к отопительному сезону. Летом, несмотря на то, что отопительный сезон уже прошел, мы продолжаем вести подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону. И по мере возможности мы можем сократить срок отключения горячего водоснабжения. Хотелось бы сказать спасибо большое людям, которые действительно ценят нашу работу. Оценили с довольно положительной точки зрения. А вот на решение вручить благодарность начальнику участка номер 14 АО «Мытищинская теплосеть» Виктору Плющенко повлияли жители, оставив отзывы в социальных сетях. Жители пишут: «Хотим выразить благодарность нашей теплосети за сокращение сроков профилактики и быструю подачу в дома 13 микрорайона горячей воды. Особая благодарность начальнику участка Плющенко Виктору Петровичу и его работникам». Вот так работают мытищинские энергетики, добросовестно выполняя свою работу и вместе с тем помогая в решении важных для города вопросов. И здесь весьма актуален девиз, под которым проходило мероприятие: «Наши будущие успехи – залог дальнейшего движения Подмосковья вперед». Юлия Федориненко, Олег Степанов, информационная программа «День».